товарищам, вы, наверное, читали напечатанные в газетах статьи о бесконфликтности в драматургии и в литературе. Мы вам сейчас исполним такую особо конфликтную, наспех испеченную оперету. Смотрели мы недавно оперету «Куда отказа в полном круг». Смотрели оперету по билету, и это ярко есть лесорук. В первом акте лесорук Егор к Настеньке пришел на скотный двор. Ну, как корова? Да ничего. Она здорова? Ага. Ого, так все в порядке. Стало быть. Дай, дай, а я пошел пилить. Ну иди. Они друг друга сильно полюбили, в такие годы так не полюбить. Поскольку драматурги заявили, конфликта без любви не может быть. А второй привлек наш интерес. Настенька пришла к Егору в лес. Ну, как? Березы? Да ничего. Уже морозы. Ага. Ого. Да все в порядке. Стало бы. Пили-пили, а я пошла доить. Кино в спектакле был весьма достойный. На свадьбе разгорелся жаркий спор. Она сказала, выпьем за удвоенность. А он сказал, за электротопор. На сцене свадебные крики, пьем за вас. Егор и Настенька пустили в перепляс. Ох, неприятно.